Здравствуйте, у нас команда называется Майнерсофт. Вот. И мы постарались на Аэрохакатоне создать единое информационное поле для эффективного управления парком транспортных средств группы компании ПИК. Также найти способ оперативно снизить пустые пробеги со стройки на завод. Вот. Можно на следующий подключить. И для этого мы создали веб-приложение, то есть начали создавать его, вот, в котором мы использовали карту от компании Hercom, которая позволяет сразу показывать нам отдельный слой для... Который показывает нам на карте ограничения для грузовых транспортов по габаритам, где мы можем проехать тот или иной грузовик с тем или иной высотой,